Сказочную детскую площадку во дворе обычной пятиэтажки своими руками создала хабаровчанка Галина Шкуропадская. Заняться благоустройством она решила после выхода на пенсию. Благодаря ее стараниям двор стал самым необычным в Хабаровске. Главная особенность детской площадки – дети на ней никогда не ссорятся. Почему, узнавала Ирина Забродина. Стульчики, вот три медведя. Это я придумала. Вот. Немножко облупились, так вот сейчас новые буду делать. Заготовки уже есть. 7 лет назад Галина Шкуропадова вышла на пенсию и взяла шефство над детской площадкой. Захотелось ей воплотить свою мечту – сделать двор сказочным. Теперь приходит сюда каждый день, как на любимую работу. Где подкрасить, где подмести? У нас же дворник здесь не убирает. Здесь все на мне. А я ему сказала, сюда не заходить. Делать эту сказку Галина начинала вместе с мужем. По ее эскизам он возводил избушку на курьих ножках и прочие арт-объекты. После смерти супруга Галина общее дело продолжила. Идей у пенсионерки много, да и вдохновение приходит регулярно. Полистала журнал «Бурда», увидела инструкцию по изготовлению деревянных скульптур, и вот они уже во дворе. Ну, это мне помог выпилить «Взлет». У нас здесь «Взлет» – детский центр. Вот это они мне помогли. Отдельный повод для гордости дворового дизайнера – мачта. Скопировала из любимого фильма «Тимур и его команда». Благодаря стараниям пенсионерки этот двор стал самым популярным в округе. Эстетов некоторые объекты могут смутить, но детям нравится. Игрушек хватает на всех, никто не ссорится. Мы живем на переулке Инском. Сначала с доченькой ходили, с годовалой. Сейчас вот с сыночком 3-летним, дочери уже 12. Здесь много игрушек, весело. Детки гуляют. А там скучновато у нас, нету игрушек столько. Приходим так вот, да, но стараемся все на место, все положить, все это. Игрушек во дворе больше сотни. Их во двор продолжают нести со всей округи. Так появился собственный автопарк. Правда, две машинки недавно угнали подростки. Но этот случай скорее исключение. Всех приучила за собой убирать. Поиграют есть, особенно молодые мамочки. В телефончиках все это поиграли детишки и пошли. До свидания. И я тут собираю. Сейчас я их всех поприучила. Говорю, я уже старая, поясница болит. Собирайте за своими детьми. А то пускать не буду. Все, они лишь бы, чтобы здесь быть. По мнению Галины, единственное, что портит вид на этой площадке – нескошенная трава. Убрать ее уже месяц обещает управляющая компания. Ирина Забродина, Илья Васильев, телеканал «Губерния».